Здравствуйте, уважаемые друзья. Это небольшой фрагмент записи новой песни. Мы уже пишем вторую сейчас, в данный момент. Их будет все либо 4, либо 5 на нашем ЕП. И вы можете видеть, какой... Дело в том, что Павел так эротично спел последнюю фразу в песне, что она даже как бы... На графике она выглядит вот так. Она выглядит как вот... Как вот... Вот это вот она выглядит. Как вот такая штука. Такие. До боли знакомые черты, я думаю, каждому мужчине. Ну и даже некоторым женщинам. Вот, так что слушайте нашу новую песню. И смотрите на это.